И всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик, соревнования мальчики против девочек. С вами Трубоёжик, Дима и Настенька. Всем привет! Стоит тут попа, и сейчас мы ее в стрелу загоним туда. Стрелу загоним ей в попку. Где она там? Диму тоже надо застрелить, что он здесь лазит? У меня и так одна жизнь. Заберем его сет. А ну иди сюда, скотина. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Убежал. Ой. Ах ты гад. Я думал, ты дверь закрыл. Соберем-ка я твои вещи. О, смотри там сколько всего. Вот гори зомби. Забирай, забирай, я ничего не взял. Оказывается, через верх. Мне все равно пол хп было. Ну вот видишь, я тебе даже помог. Ай! Провалился. Так, ладно, все, начинаю строить свой дом. Так, какой бы домик сделать? Как? Давайте попробуем сделать дом в виде каменного корабля. Каменный корабль. Я его так назову. Смотрите, у него какой уже. Че? Я смотрю на его дом. А, Дима? А ты еще не хотела его с ним замуж выходить? Нет. Зачем? Зато. Если у него красивый дом, это еще ничего не значит. Это значит все. Вы девушки падки на русском. То, что я работаю и деньги зарабатываю, это ничего не значит. Миллионер. Так. Теперь. Тишина. Тишина и только. И в тишине слышно заткнись. Ай. Да я шучу, в принципе. Тебе не нужно заткаться. Эй, чё это я? Ай!